Приветствую вас, друзья, на канале Райвика. Что делать, если вы оказались на необитаемом острове и вам вдруг... Вау! На голову упал кокос! Кокос родил кокоса. В любом случае, получается, что с голоду мы не умрем, потому что у нас есть добыча, пускай там... Чуть-чуть задела голову, но кокос у меня уже в руках. Её задела до этого, не переживай. И по идее, если это свежий кокос прям с дерева, упавший к вам или возле вас, то в нем должно быть молоко. Я сомневаюсь, что в нашем есть молоко. Но пока... наш упал еще зимой. Наш упал давно, да. Но я вам расскажу, как легко и быстро достать отсюда молоко. И как расколоть без всяких молотков, дрелей и всяких тяжелых предметов кокос. И для этого, смотрите, мордочка кокоса представляет собой два глазика и ротик. Видите? Нам глаза не нужны, мы не трогаем их. Для того, чтобы получить молоко, нам нужно поработать с ртом кокоса. И взять какой-то остренький, тоненький ножик и здесь ковырять. Похоже, у тебя там уже все давно. У меня уже тут все. Дырочка делается очень легко. Мне повезет, и тут есть молоко. Наливаем. Кроме опилок ничего нет. О! Молоко! Смотрите, что случилось с молоком. Как-то, подожди, пепел. Да? Все, уже и он пропал. Все. То есть мне значит, его... внутри кокоса как такового нет, ну как бы этой стружки. Кокосовой стружки нет. Ну, в общем-то, ладно, давайте я все равно покажу, как его раскалывать. И посмотрим, что внутри. И не покупайте кокосы летом, потому что если они у них лежат с зимы, то вы получите такой же результат, как и я. Ну а теперь, как я вам говорила, не нужен молоток. Не нужен никакие другие там такие тяжелые очень предметы. Нужен кухонный нож, но желательно такой широкий. Поняли, чтобы он был более-менее тяжелый. И теперь будем просто брать и отстукивать. Вот так, хопс, по кругу. Вот так просто отстукиваем по кокосику. Вам страшно? Ой, прикольно. Буквально минуту, полторы. А что у тебя, смотри, с него капает? А, до сих пор сыпется пепел? Да-да. О, слышите? Пошла трещина. О. И пошла такая трещина. Хоп-хоп-хоп. Он раскалывается. И получили, отделился зато моментально. Вот эта пылюка, подлюка, должна была быть соком. Он станет белым, интересно, или он вряд ли уже? Сколько же ему уже? Не, сейчас проверим. Зато плюс в том, что он очень легко отделился от кокоса. Это кокосовая стружка, ну, пока не стружка, вернее, это кокосовая мякоть. Вот. Из нее... можно сделать, натереть на терке, получить кокосовую стружку и сделать баунти, райское наслаждение. И ссылка будет в описании, вы можете посмотреть рецепт и приготовить. Также с кокосовой стружкой, стружки, можно сделать очень вкусные печенюшки. У нас на канале есть рецепт. Ну а теперь... я проверю, что вообще внутри, съедобно это или придется выкидывать. Надо как-то разрезать его пополам. О, режется нормуль. Опа. Все. Вот это было молоком. А молока тут, по идее, должно было быть много. Он сгнил, в общем, грубо говоря. В общем-то, кина не будет. Не, ну, кино будет. Я вам покажу, как вообще может быть. Я впервые в жизни вижу, что кокос может испортиться. Я-то думала... Ага, он просто вот так вот.
Он просто, да, аджа-баджа и бубен сдох. В общем-то, в следующем видео я вам не покажу, что я сделаю из кокоса. Поэтому смотрите два наших видео, которые были ранее, из другого кокоса. То есть, как сделать печенюшки и как сделать баунти. Будут ссылки в описании. Ну, а я пошла плакать горько, потому что кокоса у меня сегодня не будет. С вами я, Райвика, на сегодня все. Пока. Ставьте лайки хотя бы.